какая красота! Всем привет! Класс! Обожаю сирень! Класс! Пока никого нет, пока все спят. Значит, нашла я вот это. Да, обязательно попробуем, да? Давай. Да, ложи. Да, мороженое купили. Да. Она где-то их увидела. Да, это конфетки. Ага. Ой, какие трубочки классные. Да сколько с... Типа по версии Гарри Поттера. Ой, глянь, они тоже Гарри Поттер, какие-то леденцы. Ну, это класс. Типа дешевле. Тут надо прочитать, с какими вкусами. А ну прочитать. Тут все на английском. Тоже. Ну, а где ты их увидела? Вот. А вот, да? Интересно, сколько они, почем? Вот это 168, а это 148. Да. Да, сушеный гриб. По-китайски написано. Как он называется, интересно? Это называется сушеный гриб. Не, грибы коралловые, это белый гриб. Фунгус. Фунгус, китайский сушеный гриб. Ага. Для разных блюд подходят. Вообще, да, прикольный? Не знаю. Да. Гимбуза на минималках. Это какие-то орешки. На, держи. Давай. Угу. Какая-то, да, лапша. Это самое вкусное, что я пробовала. А это... ты пробовала? Да, я это пробовала. А где ты это пробовала? Это, короче, когда мы с друзьями гуляли, это напиток. Ага. Но говорят, вкусный. Он не очень вкусный. Нет, он вкусный. Вкусный, да? Для держи его. На любителя, да? 32. Я вот такой пробовала. Нет. Синий пробовала? Я, по-моему, или этот пробовала, не помню. 32 гривны, да? Ну, это очень вкусно, честно. Так, цены, да. 141, 163. Мы в тот раз брали тирамису Монако, а в этот раз... Давай набор возьмем. Набор? За 83 гривны. Да не может быть. Да, смотри, акция на них. Морозово Монако, набер каркун, 320 грамм. 83 гривны, да? 4 штуки. Это карамель, между прочим. Это Монако. Карамель, карамель, а это кокосовый. Вот этот. Кокос, да. Да. А я бы хотела вот это вот Монако. С ванилью? Нет. А какой? С клубникой. Да. Ягодная. Десерт ягодный. Мильфей. С ароматом мильфей. Лесовые ягоды. Вот этот вот. Mm. Вот этот. Он такой, да. С кунжутом. Да. С карамелью оно будет вкусно, да. Крещатик и... Монако с малиной будет. Да, вот он, рай для девочек, да? Да. Кипачи я люблю, мне нравится. Не буду зеленый, я возьму розовый в этот раз. Последний. Выходи. А, да, ложи. Давай. Маска. Ну, вот эти вот мне не очень нравятся. Маска на основе зеленой глины увлажняющая. А ты пробовала? А? Ты пробовала? Маска альгинатная мне тоже не нравится. Эти вот я вообще не пробовала. Коллаген. Витамин С, да? Церамид. Никогда не пробовала такое вот этой фирмы. 15 гривен? Угу. Говорят, что ужасно. Это тоже интересно.
Непонятно. Вот эти классные тоже. Да, интересная маска для лица. Угу. Вот масочки еще по цене веевские, да? По 30, 41 по 30 гривен. Детокс, увлажнение, лифтинг, контуринг, увлажнение. Видишь, по акции, да? Смотри. С улиткой, да? Ага. А я вот такую нашла. Прикольная, да? Возьмем такую? Давай, кладу. Ложи. Такое нам девочкам тоже нужно. Вообще прикольная. 300 ночка. 121 гривна. Вот эти вот тоже прикольные. 79. Возьмем такие. Погодка класс, да? Хорошая. Сейчас супер. С сумками уставшие. Класс. Да, спать будем сегодня хорошо. Друзья, мы уже пришли домой. Сейчас будем готовить что? Пиццу. Пиццу, правильно. Так, наш холодильник. Так, вот она. Это мы купили в АТБ. Выходи, выходи, выходи. Так, вот она. Хоп. Как она называется? Пепперони? Пепперони? Ни разу мы такую не брали. С этим листики розмарина. Анна, помоги открыть. Я так понимаю, надо просто в микроволновку, да, поставить? Угу. Та-дам! Там надо... Сейчас. Надо так просто. А сколько здесь грамм? 315. 315, да. Собственно, вот и она. Ничего, сейчас микроволновочку поставим. И приготовим. Все, отправили в микроволновочку. И с Богом. Стой. Чего? Что не так? Выключить? Она, подожди. Она готовится в духовке. В духовке? Рекомендованный способ приготовления. Снять упаковку. Замороженную пиццу выкласти на деку, разогревать до температуры 180-200 градусов в духовке. Випікати піцу приблизно 10-12 минут, поки сир не розтане, а тісто не стане золотисто-коричневим. Оскільки пристрої для випікання різняться, не введені. Ну, понятно. Так що, витаскуємо, ставимо її в піч? Звісно. Боже мій, ладно. Поїхали. Вот она наша, готовая. Красивая получилась. Все-таки в духовке надо ее делать, а не в микроволновке. Все, будем садиться ужинать. Всем приятного аппетита. Да.